Многодетные семьи Чебоксар получат земельные участки в Маргаушском районе. Вопрос их бесплатного предоставления в собственность обсудили сегодня на совещании в столичной администрации. На начало ноября в очереди на получение земельных участков в столице республики 2007 многодетных семей. Из них почти 1600 ждут участки для индивидуального жилищного строительства, более 180 для дачного и почти 300 для ведения личного подсобного хозяйства. С 2011 года Чебоксарской администрации уже сформированы более 1150 земельных участков общей площадью более 70 гектаров. Глава столицы Чувашии Леонид Черкесов поручил контролирующим органам до 1 мая 2016 года завершить работу по изысканию недостающих 856 земельных участков. Земельный участок площадью почти 802,5 квадратных метра Маргаушского района по распоряжению Кабмина Чувашии безвозмездно передан в муниципальную собственность Чебоксар. На этой территории планируется сформировать около 600 земельных участков для предоставления многодетным семьям столицы Чувашии. А буквально через пару дней, 13 ноября, аукцион определит подрядчика на выполнение топографо-геодезических работ для последующей разработки территории.